Для дорожников весна – самое трудное время года. С какими сложностями сталкиваются подрядчики в Ленском районе, передает наш коллега Дмитрий Вильчевский. С приходом весны начинается обильное таяние снега. Если его не вывести вовремя, Ленск ждет настоящий потоп, как случилось в прошлом году. Многие ленчане, особенно водители, не могут забыть лужи на дорогах и озера в самом центре города. Мы стараемся ежегодно учесть те ошибки, да, которые мы, собственно говоря, совершили в прошлом году, и пытаемся выстроить нашу работу муниципалитета как контролирующего органа вот именно за подрядными организациями по уборке снега, да, на ином уровне. Также вот в прошлом году вот практика была вот первый раз, насколько я знаю, вот привлечение крупных предприятий по вывозу, да, то есть это вот они нам очень сильно помогли, за что им огромное, собственно говоря, спасибо. В этом году постараемся максимальное количество тоже подряд других организаций привлечь именно по уборке снега, потому что все-таки три компании, которые сейчас занимаются очисткой дорог, очисткой тротуаров, их недостаточно. Днем и ночью на дорогах города работает трактор «Амкадор» в компании двух самосвалов. За сутки каждая грузовая машина успевает выполнить по 25 рейсов. В общей сложности объем вывезенного снега составляет 500 кубов. Ну, сейчас вот началась вывозка снега обильная, что оттайка идет, чтобы город не утопить. Ночью тоже мы уже не успеваем возить, потому что как бы и срываем, стараемся. Вот сейчас Дзержинского сделали, как бы и Аюнского, сами видели, какие кучи. Сегодня хотим вот это все вывести за день, световой. Работы по очистке и вывозу снега подрядчики планируют завершить до конца апреля. С наступлением лета их ждут совсем другие заботы. Дмитрий Вильчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».